так выглядит парковка. И вот здесь, в этом большом помещении, выставка. Вот здесь главный вход. Ждем вас всех на выставку. Итак, друзья, в пятницу открытия выставки в Шафхаузене мы приглашаем всех любителей искусства к нам сюда, на выставку. Я представляю здесь 7 своих картин. Милости прошу на мой стенд, Анна Шестерякова. И кроме меня здесь на выставке представлены еще картины многих художников, около 45 из разных стран. Я думаю, будет интересно. Выставка продлится целый месяц до дня моего рождения, до 25 апреля, так что милости прошу, есть много времени в запасе, посетить, посмотреть, приобщиться к искусству. Смотрите, мы возвращаемся с повеса картин из Штайнамрайна. Посмотрите, какая у нас погода. Идет снег, ветер. Ничего не видно. Мы даже не можем понять, где у нас колея, в каком мы ряду находимся. Мы периодически то в левом, то в правом. А, это ужасно тяжело. Хорошо, что я не одна поехала. Может, ты будешь потише ехать? Я 80 еду. Ой, а я думала, что 150. А, сейчас будет хорошо. А, вот это хорошо. Это все, что нужно знать о сегодняшней нашей дороге. Ужас. Шреклих, я ничего не вижу. Блин, вообще ничего не видно. Ты вроде правильно едешь.
Смотрите. Вот так, вот так. Я не вижу вообще ничего. Блин, вообще ничего не видно. Ну ты едешь правильно. Ты мне смотри в правую сторону. Я смотрю правую сторону. Ты едешь правильно пока что. Только ты не быстрая, а то я нифига не вижу. Так, едешь правильно, пока что вписываемся. Вот так вот, ребят, пробираемся мы с выставки. Повесили картинки. Ну, в пятницу мы, наверное, не сможем в такое ехать. Итак, мы добрались в этот раз. Я такого стресса давно не испытывала. Боже, как же было неприятно сегодня ехать. Ну, ничего, мы уже в городе, все в порядке. Слава богу, добрались.